Всем привет, меня зовут Яна. Сейчас буду себе делать маникюр. Еще пока не точно представляю, что это будет. В общих чертах мраморный или аквариумный. В общем, посмотрим, что получится. Предыдущее покрытие спилила все до основания, так как аквариумные дизайны утолщают ногти. Спилила все до базы. И хочу сделать как можно прозрачнее кончики, поэтому я вычистила все под ногтями фрезой. И сами ногти чуть-чуть поточила, поэтому ногти у меня сильно истонченные. И чтобы добиться эффекта прозрачности кончиков, я сейчас покрою изнутри базой и топом. Но для начала, конечно, пройдусь дегидратором, а дальше все как обычно, база и топ. Наношу вот такой кистью из набора с AliExpress, так как кисти из флакона толстые, мне не нужны затеки на гипонихе, поэтому я пользуюсь вот этой кисточкой. В результате получилось то, что я укрепила свои ногти, не утолщая их снаружи. Итак, теперь я наношу, как обычно, базу, но тонким слоем праймером я уже покрыла ногти. И вот обратите внимание, что они уже слегка прозрачные. Дальше беру вот такой набор с AliExpress. В последнее время я почему-то на него подсела, на эту слюду, беру вот эту, типа коралловой. Опять прохожусь базой по ногтям. Причем базой я не буду второй раз доходить до кончика, так как слюда у меня будет находиться только в области ногтевого ложа. На свободном крае я не планирую располагать слюду. И вот так укладываю. Если она торчит, то это мне только на руку. Пусть торчит, если хочет. И засушиваю в лампе. Таким образом покрыла все ногти, и мне уже это нравится. Дальше возьму кошачий глаз Elvings с AliExpress. Все ссылки буду оставлять внизу в описании под видео и смешаю этот коричневый цвет с базой. И наношу кое-где на ногти. Где-то захожу наверх слюды, где-то слюду оставляю непокрытой. И еще мне нужно завуалировать переход от ногтевого ложа к свободному краю, поэтому кое-что и сюда в краешек кладу. И дальше буду использовать от Mies витражный желтый. И в таком виде засушиваю в лампе. И мне уже совершенно очевидно, что это будущий янтарь, поэтому я добавлю оранжевого цвета кое-где. И коричневым гель-лаком почетче подчеркну прожилки. Весь этот хаос покрою гелем для наращивания. Можно было базой густой каучуковой, но что-то мне ее жалко, поэтому я все покрою гелем, а потом сделаю опил.
Вот так необычно после опила выглядит дизайн. Часть цвета я стерла пилкой, поэтому я сейчас подчеркну прожилки тем же коричневым цветом. Вот так сейчас это у меня выглядит. И дальше для дизайна я буду использовать вот эти камушки. Я их когда-то давно покупала на AliExpress. Какая-то девушка меня просила, зрительница, показать дизайн с этими камушками. И вот как раз они подходят к этому дизайну. Их буду использовать. Также бульонки золотые и вот эти вот золотые полоски. Как буду делать дизайн, не покажу. Я думаю, и так будет все понятно. Покажу готовый результат. Для дизайна также я использовала стразы с AliExpress и вот такие металлические штучки. Обратите внимание, что свободный край ногтя практически прозрачный, несмотря на то, что это натуральный ноготь. Именно этого я и хотела добиться. Вообще получившийся результат мне очень понравился. Я хоть уставшая, но очень довольна. Единственное, что надо заметить, на всю руку это я погорячилась. Достаточно было сделать на этот и на большой пальчик такой дизайн. И вообще отлично получается. Ну, впрочем, вкусы у всех разные. Вы пишите ваше мнение в комментариях. А я буду на этом с вами прощаться. Пока-пока!